Вот я раскрасила цветочки. Посмотрите, какие яркие получились, красивые. Сейчас я придумаю, как они будут располагаться. Так, холодные. В каждом цветочке, посмотрите. Одна феечка с кроваткой. Вторая. Тоже вот такая кроватка. Третье. И четвертое. Можно сразу приклеить и потом уже раскрашивать вокруг. Но чтобы цветочки не испортить, я сначала примерю, обведу карандашом простым и вокруг сделаю все зеленым. Листочки, травинки. Так. Вот так у меня будут. Так, угловатые, угловатые надо поменять. Вот, наверное, будет так интересней. Беру простой карандаш, обвожу. Один цветочек. Второй цветочек. Третий. И четвертый. Убираю цветы. Сейчас дорисовываю разные стебельки в первую очередь. Они не будут слишком тонкие, потому что цветочки тяжелые, они должны держаться. И также придумаю разные листики. Листики не обязательно должны быть настоящими. Форму можно придумать разную абсолютно. Чем интереснее, тем лучше. Какие-то угловатые листочки, какие-то более круглые, чтобы они заходили друг на друга. Можно завиточек какой-нибудь придумать. Еще другие листочки. Фон сделаем более темный, а цветы на этом темном фоне будут ярко смотреться. Все, теперь разными зелеными цветами раскрашиваю, как мне хочется. Посветлее, потемнее, можно добавить желтого. Самое главное, не забудьте подложить листочки, чтобы не испортить другие рисунки и другие странички. И теперь приступаем к раскрашиванию.
Сейчас берем наши цветочки, помещаем по местам. Смазываем клей карандашом только с обратной стороны и приклеиваем. Теперь в каждый цветочек помещаем феечку. Один. Два. Цветочки все с легкостью закрываются. Три. И четыре.